разберем эту задачу аккуратно. То есть понимание явно пришло. Ну, давайте я ее аккуратно распишу. На самом деле, ну, как обозначить компоненту связности, которая является циклом? Значит, вот так. Это буква каппа. Тестировать-то надо все равно вот столько. М равняется c из n по k на k минус 1 факториал пополам ситуации. То есть мы снова перебираем просто все возможные k вершинные множества. Для каждого из этих k вершинных множеств выбираем некоторый потенциальный цикл, который на этих k вершинах может возникнуть. Число способов выбрать такой цикл от k минус 1 факториал пополам, естественно. Вот. И дальше вводим случайные величины x и t от g, которые равняются единице, если k по и t образует связанную компоненту в случайном графе, и 0 иначе. Совершенно никак не надо глядеть на то, как они там между собой, эти циклы, пересекаются. Понятно, что зависимостей тут сколько угодно, но пафос, катарсис в том, что математическое ожидание линейно всегда. От зависимости и независимости оно никак не зависит. Прошу прощения за повтор, так сказать. То есть математическое ожидание — это все равно математическое ожидание x1 плюс и так далее, плюс математическое ожидание xm. А математическое ожидание каждого из индикаторов, это просто вероятность того, что очередная k по и t образует связанную компоненту. То есть это абсолютно стандарт. Совершенно так же, как в предыдущей задаче. Всем понятно? Точно, да? Вот. Теперь вероятность того, ну давайте вот здесь, например, напишем, вероятность того, что k по первой, неважно, k по и t, образует связанную компоненту. Ну вот это, наверное, лучше нарисовать, чтобы всем, кто это будет когда-либо слушать, было максимально понятно, лучше нарисовать картинку. Картинка рисуется в стандартном формате. Рисуется сарделька, которая символизирует множество нашей z-вершин. И в этой сардельке рисуется, ну, в данном случае можно рисовать не под сардельку, можно рисовать просто вот такой вот циклик, который мы зафиксировали. Это наш каппа первый, например, неважно какой. Мы хотим посчитать вероятность того, что вот именно эта штуковина есть в графе и при этом образует его связанную компоненту. Да? Угу. Ну, значит, во-первых, все вот эти k ребер должны присутствовать. И это происходит с вероятностью p в k-той степени. K ребер нашего цикла должны быть в случайном графе. Это происходит с вероятностью p в k-той. А вот никаких других ребер ни среди вот этих k-вершин, ни, внимание, идущих наружу, не должно быть. Нет, я не утверждаю, что здесь нет ребра. Такое ребро вполне себе может быть. Пожалуйста. Я утверждаю только, что никакие две вершины из нашего цикла не соединены более никакими ребрами, кроме тех, наличие которых мы уже протестировали. Вот никаких больше ребер внутри не должно быть. И вот таких вот ребер, идущих наружу в какие-то извне стоящие вершины, тоже быть не должно. Таких ребер нету, и ребер, идущих наружу, тоже нет. Ну, отсутствие каждого отдельно взятого ребра имеет вероятность q. И нам лишь нужно вот сюда, вот, q в степени, написать количество тех ребер, которые я вот здесь так символически перечеркнул. Количество тех ребер, которые должны отсутствовать. Смотрите, на вот этих конкретных k-вершинах всего c из k по 2 ребер, вообще-то, в графе. Да. C из k по 2 ребер. Но k из них точно присутствует. Значит, отсутствовать должны все остальные c из k по 2 минус k. Это мы посчитали, сколько отсутствует ребер внутри цикла. А идущих наружу ребер, очевидно, k умножить на n минус k. Потому что здесь k-вершин, а снаружи n минус k-вершин. Ну и просто мы берем любую отсюда по правилу умножения получаем k на n минус k. Прибавляем в показатели k на n минус k. Потому что всякий раз это просто степень q. Ну как, перемножили степень q, получили сумму степеней. Ну и все, собственно, ответ получен. Потому что математическое ожидание тем самым просто равняется m умножить на вот эту величину, где m вот оно. А дальше, ну, конечно, если вам приятно, вы можете k вынести за скобку, вспомнив, что
c из k под v это k на k минус 1 пополам. И тогда видно, что и здесь есть сомножитель k, и здесь есть сомножитель k, и здесь есть сомножитель k. Ну, можно действовать по-разному, но лично с моей точки зрения мы ответ получили. Сильно проще, он от этих всех преобразований не сделается. Осозналось? Да. Шикарно.